Друзья, привет! Друзья, мне кажется, что за нами следит ФСБ, за каждым из нас. Именно поэтому я сейчас зашел в сквер имени Батурина, чтобы быть подальше от видеокамер и различных жучков. Также сейчас телефон у меня в режиме полета, чтобы минимизировать возможность того, что ФСБ будет прослушивать меня. А если серьезно, друзья, вот кого из вас, ну так вот по чесноку, реально волнует то, что ФСБ, кто-то там еще, ну кроме, конечно, ЦРУ, могут читать вашу переписку? Вот лично мне вообще до лампочки. То есть я обналом не занимаюсь, в офшор деньги не перевожу, какой-то там порнографией, извращенством не делюсь со своими друзьями и подругами. То есть мне абсолютно без разницы. Я не какое-то там супер медийное лицо, чтобы меня можно было, к примеру, взять и шантажировать. Вот тебе, лично тебе, очень важно, читают ли твою переписку там, где там, в Телеграме, ВКонтакте, Инстаграме, не знаю, без разницы, или нет. Вот ответь, подумай немножко и ответь, насколько тебе это важно. А теперь подумай, что важнее, твоя никому не нужная переписка, которую даже никто не читает, и она никому не нужна, или же хоть какой-то шанс поймать террористов, там еще каких-то злоумышленников, наркоторговцев и других негодяев и людоедов. Что важнее для тебя? Подумай. К примеру, когда я захожу в метро, точнее, заходил в Екатеринбурге, в Питере, я постоянно ходил со спортивной сумкой, потому что то на тренировку, то с тренировки. И, соответственно, у меня внешность такая, с бородой. Но я думаю, дело не в этом. Дело все-таки в том, что у меня была спортивная сумка большая. Хотя я не думаю, что это, что террористы в больших сумках спортивных возят какие-то там взрывчатые элементы в метро. Но тем не менее, когда меня проверяли, то есть я абсолютно спокойно к этому относился и всегда говорил спасибо. То есть пускай проверяют, то есть мне скрывать нечего. То есть я ничего не стыжусь и не боюсь. В связи с этим у меня вопрос. Опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому все-таки важно. Читают его, точнее, даже не читают. Кому важно. Есть ли у спецслужб возможность прочитать его переписку или нет? И почему? То есть в любом случае да, либо ответ у вас нет. Напишите почему. Почему вам важно или почему не важно. Я повторюсь, мне это совершенно не важно. Пускай читают. Даже пускай публикуют. Будьте здоровы.